Всем привет, с вами Алиша. Итак, сразу же к делу. Честно говоря, я в тачках вообще не разбираюсь. Они для меня различаются только по цвету и по размерам. Но, тем не менее, у меня была возможность провести настоящий тест-драйв новой машины Peugeot 3008. И сейчас я вам все расскажу и покажу, что привлекло меня как девочку. Во-первых, я в полнейшем шоке от того, что здесь сиденье с функцией массажа. И ты можешь выбрать не только интенсивность, но и зоны массажа. К примеру, стоишь ты в пробке и просто получаешь кайф. Эти кнопочки очень удобны по дизайну, потому что, например, ты едешь и можешь не отвлекаться ни на что, просто брать и нажимать. Заводится все без ключей. Это классно. Во-вторых, не поверите, здесь есть функция ароматизации воздуха. И опять же, на выбор разные ароматы. В твоей машине всегда вкусно пахнет. Вау, нереально, нереально круто. Руль. Руль очень маленький, очень удобный и очень легкий в управлении. Нифига себе, он настолько легкий. Ну и еще одна функция, которая меня просто покорила, как девушку, которая не очень уверенно паркуется, это функция видеокамеры. Когда ты сдаешь назад, ты видишь не только, что происходит сзади, но и видишь свою машину сверху. Это нереально круто! Я, как музыкант, хочу отметить, что здесь очень крутой звук. Зеркало с подсветкой, что очень удобно для девочек, которые красятся за рулем. Ну и, конечно же, открытый люк сверху. Это обалденная тема. Все. В общем, если бы у меня сейчас стоял выбор по покупке новой машины, я бы, не задумываясь, взяла Peugeot 3008, потому что она очень стильная и очень комфортная. Ну и, конечно же, здесь еще очень много различных штучек, бонусов, о которых я вам сейчас не сказала. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк.